Что делаешь, Димка? Ням-ням. Ням-ням готовишь? Да. Кашу готовишь? А Диана на качели? Давай, насыпай песка. Насыпай. Опа. Давай вот в эту штуку. Опа. Давай, давай, тяни. Вот, работай. Сейчас будем запускать систему Ниппель. Диан, иди помогай Диме. О, тут есть песок немножко. Отлично. Он может быть только мокрый. Дождик был. Сойдет. Сойдет, да? Дань-дань, идя. Дань-дань. Дань-дань, идя. Смотри, Дим, Дима, смотри. Дима, смотри. Пошел процесс. Ух ты. Мама, собирай. Я. Дима, давай, иди собирай. Дима, иди собирай. Дима, иди собирай. Или пойдем запускать самолетики. Не знаю. Вот эти самолетики запускать. Еееееу. Где самолетик? Ну-ка, давайте запустим. Да, в коляске. Ищем коляску. Пошли, Дима, за коляской. Помоги. Давай, ну, давай, давай мне пакет. На. Мам, давай. Там Еву. Давай, Диди сделает. Диди сделает. Тогда давай, Диди будет запускать самолетики. Мам, мам. Ты давай, хочешь, Диди, чтобы давай, я хотела снять вас. Давайте попробуем два слова. Давай два самолетика. На. Дима, давай. Давай, Диан, запускай. Ух ты, Дим, смотри, как улетел. О! Наш самолет упал на балкон туда куда-то кому-то. Надо подниматься сейчас в квартиру, Дима, и смотреть, куда он упал. Мама! Мама! Эту будем запускать. Давай пока эту запустим. Вот это подзарядили называется. Вот это мы подготовились. Подзарядите, говорит, хорошо. Поплачь. Не плачь. Обними. Ну не плачьте. Мы сейчас сверху посмотрим. Они отдадут на ресепшн. Вас Ашечкой, вас ежика. Только давай в ту сторону куда-нибудь. Ух ты! Страшная сила. Сильно высоко, и у меня сегодня все летает. У Дианы сегодня все летает высоко. Ну беги теперь. Хорошо, она хоть не улетела. Так, давай. Опа! Ой. Ой. Ух ты! Ух тышка. Так, а что делает у нас тут Дима? Запускает машинку свою. Вездеход. О, как он круто в трубе-то, Дима. Да? Это работают, да. Горка. Горка такая для машинки. Ух ты, сейчас до тебя доедет. Опа! О, хорошо запустила. А вот Димин самолетик у нас завис вон там на дереве. Вы видите? На дереве. А как мы теперь Дима его оттуда уберем? Давай машинку запускать. Мы потеряли все самолеты. Мы потеряли все самолеты сегодня с тобой. И с Дианой. Слишком все подзарядили хорошо. Вот представляешь как? Падает, падает. Вот он. Ура! Ура! Нашли самолет. И Диана нашла. И Дима нашел. У нас, представляешь, Диана, он завис. На, вон там, высоко, на дереве. А у нас там дяденька нам его сбросил, нашел его на балконе. Диан, предлагаю подняться на крышу дома. Давай. Мы ни разу туда не поднимались.
на каждой, по идее, вот кровле дома есть открытая площадка. Можно зайти посмотреть, что там. Пойдешь? Пойдем. Что-то нашла? Иголочку. Это-то я поснимаю первый этаж, наверное. Это хабар. Поехали мы высоко, на 9 этаж. Угу. Квартира. Вот, наверное, сюда. Да, там. Давай. Больше лестницы идет. Ну, давай, поднимайся вверх. Офигеть. Ну что, как? Тут площадку хорошо видно. О, как мы высоко-высоко. Ну, я лазилку вижу какую-то деревянную. Диана все по площадке по своей страдает. Вон там делают новую площадку. Вон там, видишь, лазилка деревянная. Угу. Смотри, как у них здесь уже красиво, все в цветах давно. Да, а там столики, чтобы покушать. Пошли посмотрим, прям покушать можно? Да, там прямо столики, можно стульчики. А, так вот где мы будем перекусывать теперь. Вообще здесь отмечают дни рождения. Да, только нельзя, наверное, подгадать сильно с погодой. Ну, да, надо быть уверенным, что будет хорошая погода. Солнце, да. Все, я спать, давайте, не мешайте мне. Все, ты спать пошла? Да. Ну все, до свидосечки. Спокойной ночки. Спокойной. Будешь спать вот так, да? Да. Я бы тоже тут поспала бы, чего нет-то, да? Да, только тут твердо. Я тебе пойду подушечку принесу. Хорошо, а где, откуда? Не против ты? Не против. А как я отсюда выйду? А я за тобой вернусь. Давай, все, спасибо. Ну все, давай. Давайте на две. Две подушки и одеялко. Да. Да? Ну все, давай. Я пойду в окошечко посмотрю. Решились мы с Дианой пройти еще куда? В Simple Coffee. Решились. Решились. Так, это подожди, Сити. Он как раз не захотел сюда идти. Димка что-то уже спать хочет. Да. Так, ну что, где уже Simple там? Вон он, виднеется. Главное выбрать, какая дверь открывается, да? Да. И маску одеть. Мне. Ну что-то возле нас выбор не широк, возле нашего дома. Здесь будет завтра ваше блюдо, Цезарь. Коктейльчики. Все, забирай. Спасибо. Трубочку не забудь. Пойдем. До свидания, спасибо. Чебурашка, доволен? Да. Ну и как мы теперь будем это пить есть? Непонятно? Дома? На ходу. На ходу? Да, здесь же поменьше мне сделали объем. Так, ну давай, я маску снимаю наконец-то. Ура! А ты без маски вообще была. Сейчас так нельзя. Давай. Ну что, приятного тебе подопития. Коктейля, питья. Пойдем? Пойдем.